Да, тоже. Как-то даже не очень похож, я так смотрю, что бомжар что-то какой-то. Ну да, ну ладно. Ну смотри, там еще коммуналка. То есть, да. То есть коммуналка в основном я платил. Ну какой-то период там, или один раз, или как там большой долг был. Или какой-то период, как бы платил Андрей, да, сколько я помню, знаю, да. Ну да, это я уж сейчас, короче, сейчас это все разберешься. Не суть разговора, да. Да. Ну, я не отрицаю. То есть, по сути, это как бы 8 тысяч в месяц где-то так получается. 7-8, да. Ну да, это недорого, найдешь. Это центр, понимаешь? Это не, ну это он имеет в виду. Центр города, да, я понимаю. А в Бурятии это 1020 бы стоило или 15. Сама по себе, да, все это, да. Она поняла, я нахожу только, да. Да. Ну это не важно. Ну вот там дороже. Ну это есть на самом деле. Ну, начало января, ну вот это есть на самом деле. Ну, одна, да. Вот где-то там меня и уволил, да. Октябрь 18-го года и что-то такое там, да. А так это еще и работал, что ли? Да.
Нет, там, короче, видно будет. А 19. А, жди. А что это тут не было, что ли? Чё, где было, да наберу. А. А, ну да. А, ну вот это есть. Вот все понял. Так, ага, ну да. А что, с другой карты платил, что ли? Нет, наоборот. Ну сейчас увидим. Да наоборот, да наоборот. А, я с той карты платил, ну да? Или деньги все-таки снял, да наоборот. Да. ВТБ тогда банк там посмотреть. Я там сохранился. Так. Александр. Ой, это уже 17 год. Значит, это точно. А, ну это... Я даже забыл уже, когда я там уволился или что-то. В 17 году... Как мне туда зайти теперь? Я не хочу их продавать, зачем мне их продавать? Зачем мне книги продавать? Я их, во-первых, я дурак, что ли? Ну как, ладно, ошибался и накупил книг себе, когда хотел поступать на сироту. А я не как бы... Понимаешь, если, ну в чем твоя проблема? Учиться в консерватории, значит, и, значит, так тоже, да, не знаю, краем глаза. Может, я научусь сверхчитать книги, как сверхспособности, когда за один день литературу прочитаю все это. Черт, ну, да, просто чтобы. Откуда у меня вот познание? Я тебе говорю, то, что все училки говорили, да, в основном большая часть из этого, да, ну, не совсем, конечно, но много чего. Есть, да, в учебниках, в книгах, да. Ну, какие-то вещи свежее еще, да. И, да. Так, это что такое? СВТБ, СВТБ, надо понимать. Это не суть разговора, да. Да, да, да. Да. Ну, наверное, еще моральный допуск какой-то ты имеешь такой, да. Еще что-то. Это не важно. Даже тем более, если все только в книгах или наоборот только там то самое. Меня это не касается. Зачем мне их продавать? Зачем? Объясни мне. Койко место, говорит. А еще наоборот, это. Да, да, да. Ну да, он это имеет в виду. Это не хлам, понимаешь? Это то, что мне может дать деньги. Не в том смысле, что я их буду продавать как обезьяна, которую я купил и не знаю для чего. А в том смысле, что... Да, понимаешь, ну, да. То есть, да.
отложенные на потом, да. Типа того. Полное собрание музыкальных литератур советского периода образца, да. Вот приедешь, например, зачем в Питер? Причем здесь Питер? Потому что в Питер, приедешь, что там, я поняла. Я не про это говорю, я понимаю, но она о себе говорит, да, наоборот, да, там все по-другому говорит, ну, тем более надо, будешь, да, понимаю, то, что... Или людям будет интересно, ты с ними будешь делиться информацией, будешь сравнивать там, например, или еще что-то, да. Долгий разговор. Но она про себя так думает, да. Отвали, короче. Да. То есть у меня нет такого плана, и что, да, и я имею на это основу. Они уже есть у меня, эти книги, и они лежат, понимаешь? Но она вот это имеет в виду. Ну и что ты имеешь... Ой, отвали от меня, мразь, сумасшедшая, да. Еду я и так найду, понимаешь? Вот у меня там, как бы, да. А книги, которые, да, отвали от меня, сумасшедший, блин, достал уже. Вот больные какие-то ненормальные. То есть быт — это само собой разумеющееся. Даже если ты бомжара, пошел безработным, устраиваешься туда, ой, устроите меня, кем попало. А потом такой, нет, я, ну напишите, что я как бы не годен вам или что-нибудь, что вам неохота. Там, да, и, пожалуйста, да, к примеру, эти, так, и так все поступают, меня, да, да, то есть, ну не то, что все, но мне так все говорили, что так поступают все, ну это уже меня не касается. Ну, к примеру, это не лучший вариант, но время, если тебе что-то надо, то он не такой позорный. Ты можешь, то есть, ну, да, но ты не оправдаешься, потому что ты ничего не будешь уметь, потому что ты, да, понимает, да, понимает. Потому что вы все стазисные, как бы, да. Ну, а как ты объяснишь? Потому что ничего в жизни тебе, да, 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 понимает. Да. Про женщин я вообще не говорю. Да, ты меня поняла, это не оскорбление, и не я просто не говорю про женщин, все. Женщины, они как бы не мужчины, и все, а мы говорим сейчас про дела, про работу, да. То есть, поэтому женщине говорит, что она не мужчина, как-то странно. Ты там понимаешь, да? Что она не по-мужски себя ведет, или что у нее не мужское настроение, или что у нее там, как тебе скажешь, да? Что она мужских качеств не проявляет. И тогда можно вообще, так это просто, ну как бы, ну будь к истине ближе, чем я тогда, да, понимает он тебя. Да, ну, ну истинная, шмистинная, я просто к тому, что... Стоп, что такое там? Что там было? Это сегодня же уже было? Где-нибудь. Как оно есть на самом деле? Вот реальность, просто, вот просто реальность. Женщина хочет произвести, да, 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 понимает, да, 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 притворяется мужчиной, мужик, да, для того, чтобы быть с мужчиной, конечно, который, собственно, подобен, да, вот она про себя говорит, может, проще все будут сами, понимать, да, потому что мужская тема — это накопление навыков. Ну, не накопление. Мужская тема — это тренировка. Все мужское, оно вырастает из древа познания и навыков, понимаешь? И здесь агрессия ни при чем, понимаешь? Да, то есть, как минимум. Тебе вот обязательно это логично надо говорить, или ты свою жизнь будешь жить. Просто, да. Поэтому мужик, у него мужская жизнь. Ты к нему не лезь, ты свою жизнь живи. Беременней, и, да, и все остальное. Хорошее. Вот, нет, не в себе во благо, конечно. Да, да, вот оно и поехало, да. Да, то есть, а тебе не надо этого. Да. Тебе не надо, да. А, хорошо, а что это должно быть? Да. А, ну ладно. А, и вы, шмотки должны быть. Шмотки, быт двойной, там. Положение в обществе не должно быть. Чтобы всех унизить. Да, да, не надо никого. Это самое. Да, да. Да, женская сила, да. Счастье. Очень красивая, очень, да. Кстати, нежная, женственная, возможно, даже, да,
Короче, да, ты поняла, ясно. Дело к ночи. А чего у меня сдвиг был, а? Чего? Чего он тут у меня, это? Ладно. Ого, вообще, это вообще древняя карта, откуда она здесь вообще взялась? Ресепшн. Вот это и был он самый, да? Вот так, Андрей. Да. Какой-то такой, да. Понимаешь, прошло 3 года, надо как-то сделать это все-таки работу, засчитаться, рассчитаться. О, пенинг. А, что-то я знаю, да. На тот момент, когда я был уволен, долгов у меня не было, да? Нет, да. Ну да. Ну вот это я уже делаю. Да. Понимаешь, какая ситуация? Включая квартплату, мы договаривались. То ли 7, то ли 8 тысяч это сейчас оставим в стороне, но это включая квартплату. То есть чистыми на руки они получают где-то 5, ну там, ну скажем 5. 5 с чем-то с копейками, возможно, да. Ну сколько сейчас квартплата? Ну 1000-3 то уж все там натекает, наверное, да, понимаешь? Да, ну я понял уже, да.